Но баланса в игре не было практически никогда. То есть вот идеального баланса между всеми классами. Да и в принципе этого баланса быть не может, потому что у нас регулярные обновления с этими самыми пушками. Безупречный баланс. Которые иногда меняют этот самый баланс. А здесь получить снаряжение, которое ты сможешь там сделать, чтобы было быстрее, например, бегало, или было бронирование. Это звучит только так круто, да? Но мы знаем, что в суровой реальности там будет 1000 брони с помощью модов. Или скорость бега, что ты выходишь на рынок, а чувак уже со спины тебе забегает с двойки на переулках. Вот действительно такая будет реальность. Вот она! Вот она! Многие этого боялись, что будет броня вот с такими самыми модами, либо какие-то идиотские моды будут там, знаете, где защищает исключительно от дробовика. Короче, админы придумают снова какую-то хрень, но они сказали о том, что Сирока будет это последняя, скорее всего, броня. Почему-то меня вообще это не удивило с точки зрения того, что, по сути, это логично, потому что добавлять постоянно броню в Warface не имеет никакого смысла. Вы знаете, что большой проблемой является то, что когда они добавляют броню, она смотрится прикольно, круто, классно, действительно, с определенной точки зрения, но практически все игроки носят скины поверх этой самой брони. То есть нарисовать броню, придумать ей характеристики раз в год или полгода, это тоже весьма себе большая проблема, потому что игроки негативят, игроки только раздражаются от этого, и эту броню нужно, соответственно, еще нарисовать, придумать какую-то серию, соответственно, тратить какие-то усилия. Здесь же что у нас будет? Добавят броню Сирока и сказали, что, по сути, это будет, ну, одна броня для всех. По сути, как сейчас варяг многие носят и вообще не парятся, в принципе, помимо того, что там в низших лигах, когда чуваки бегают по типу вот так вот оденутся, ты думаешь, да ну нахрен, откуда ты вообще, в принципе, взялся, чувак? То эта броня будет, по сути, как стандартная, скажем так, как в CSGO. Вот есть броня, по сути, одна у всех, и такая же броня будет с модами. Да, она будет все-таки с модами, вы будете под себя ее, соответственно, настраивать как угодно. И вы скажете, блин, это же, по сути, остановка гонки вооружения. Ведь пушки смогут дойти до определенного предела, и все, потом выше уже не поднимутся.